ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска пресечена деятельность группы, длительное время занимавшейся незаконным бизнесом в сфере оказания интимных услуг. В настоящее время в ходе расследования по делу задержаны двое лиц, совершивших данные преступления, в отношении которых на днях избраны меры пресечения без исключения под стражу. Кроме этого, проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление остальных соучастников совершенного преступления. Для работы подозреваемые подбирали девушек из неблагополучных семей, не только из города Михайловки, но и других районов области. За провинности к работницам применялась система наказаний. В отношении девушек применялись физические угрозы в виде физической расправы, в том случае, если они отказывались продолжать заниматься проституцией. Кроме этого, некоторым потерпевшим угрожали оружием. А еще каждая желающая оставить свою профессию должна была привести вместо себя замену и выплатить крупный штраф. Девушки реально опасались физической угрозы со стороны этих лиц, в связи с чем вынуждены были продолжать заниматься преступной деятельностью. Те девушки, которые отказывались, скрывались у своих знакомых, родственников, но тем не менее их разыскивали организаторы, соответственно, высказывали их адрес угрозы, в том числе вывозили в безлюдное место, то есть, как говорится, наказывали. Следователи возбудили уголовные дела по фактам организации принуждения к продолжению занятия проституцией. В настоящее время комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий продолжается.